день, друзья. Здравствуйте. Сегодня у нас очередная передача из цикла «Слово эксперту». И тема нашей сегодняшней передачи – оценка недвижимости при сносе жилых домов для государственных нужд. Сегодня у нас в гостях Максим Калашник, судебный эксперт-оценщик, директор Центра оценки недвижимости и бизнеса. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вот, все у вас падает из рук. Итак, давайте поговорим о сносимой недвижимости и об ее оценке. Насколько часто к вам обращаются, кто обращаются, почему наше государство всех обманывает и как с этим бороться? Давайте об этом поговорим. Весьма болезненная тема. Ну, итак. На самом деле, да, тема болезненная, обращаются очень часто. А почему? Причины. Наши города, мегаполисы или региональные центры имеют тенденцию разрастания, да, они все время растут, границы и малы, и они дальше и дальше двигаются в сторону области, соответственно. Сетка дорог расширяется. Сетка дорог расширяется, а ее должны предоставлять гораздо шире проезжие части и так далее. В связи с этим сносится, как правило, частный сектор. То есть он у нас, это группа риска. Почему? Потому что простые обыватели, простые жители, не совсем грамотные иногда, иногда, может быть, даже немощные. Довольствуются малым. Довольствуются малым, да. И поэтому, ну, почему бы и, собственно говоря, на частный сектор это все не переложить. Я бы добавил сюда, кроме федеральных трасс, это железнодорожные ветки. Совершенно верно. Железнодорожные ветки. Магистральные линии, железнодорожные, линейные сооружения. То есть это газонефтепроводы сейчас у нас. Большие строительства. Вот про высоковольтные линии я еще не слышал, возможно, тоже, но не факт. Ну, опять же, для высоковольтных линий это же какие-то части, только пятна. С другой стороны, когда там 1 000 000 вольт над головой проходит, я так думаю, дети уродами рождаются. Ну такой, да, поэтому... с другой стороны, ты просто сам оттуда, наверное, уедешь. В общем, все сделано для того, чтобы каким-то образом привести владельца данного земельного участка к реализации. Участка или квартиры? Участка. Или квартиры. Или квартиры. Кстати, сейчас примерно такая же ситуация со сносом и выплатой компенсации обстоит на участке Румянцева, Бутова, Видное, когда запланирована трасса по жилому сектору, частному сектору, и там, как говорится, сносили очень много, то есть это очередное кольцо вокруг Москвы, от Видного до Румянцева, то есть это, ну, ближе к метро Юго-Западной. Ну, собственно говоря, вот мы говорим все время о Москве, а недавно у меня просто вот, я не знаю, там половина газели отчетов ушло в Казань на эту тему. Да, в Казань. Казань, все то же самое, расширяют дороги. Требуют отчеты от нас, люди хотят, потому что не понимают, откуда берутся те цифры, по которым предлагают вообще реализовать эту сделку. Итак, почему нужна независимая оценка, почему обращаются к вам, почему видят в вас каких-то защитников и так далее? Максим, прокомментируйте. Да. Можно прокомментировать это следующим образом. Ввиду неграмотности в основном населения, ввиду того, что, в принципе, население доверяет своему правительству и руководству, администрации. А те, в свою очередь, пытаются сэкономить деньги. Ну, скажем, я не могу назвать это сэкономить деньги. Я могу это сказать прямо, это воровство, это обокрасть. Даже запинаюсь. Соответственно, люди, конечно, недовольны, часто бывают. И обращаются в какие-то независимые организации экспертные. Недовольны суммой подлежащей выплате, да? Конечно. Смотрите, все это начинается сначала с предупреждения владельца или собственника земельного участка или того или иного сооружения, который, в свою очередь, не чешется, но получает какие-то уведомления, никак на них не реагирует. Эти уведомления учащаются, потом он получает владелец... Повестку в суд. Или повестку в суд, или просто предложение о том, что мы должны у вас выкупить вот за столько, а цель у нас такая. Оценка, идите в фонд имущества, оценка, они даже вообще могут вас, да, действительно, сами послать какой-нибудь орган, да, там, ближайший какой-нибудь БТИ и сказать, вот, а стоимость реализации будет инвентаризационная. Поясните нашим зрителям, что такое инвентаризационная стоимость.
И в чем разница? Инвентаризационная стоимость, я могу сказать, что в принципе под собой никакой рыночной стоимости не имеет. Это некая цифра, по которой ваш объект проходит в БТИ. Вот и только из всего. Из которой вы платите налоги раз в год, там, да, копеечку какую-то. Да, какую-то. И все. То вот только из всего. Номинальная стоимость, то есть как это минимальный прожиточный минимум, да, там 6-8 тысяч рублей, примерно ну, то же самое. Да, то вот что-то к рынку такое. Не имеющий никакого то есть, отношения. В принципе, к рынку совершенно верно, не имеющий никакого отношения. Но эту стоимость местная администрация пытается вам вменить и по ней купить ваше имущество. Естественно, эта стоимость там в разы, а то и в десятки раз ниже рыночной. Итак, меня оценили мой коттеджик, по моим подсчетам, в два раза дешевле. Ну, что я должен делать? Обращаться к вам, бежать к вам сейчас или ждать суда на предмет сноса? Или как? Мы когда всегда лучше? Рекомендуем заранее это все делать. Почему? Не ждать суда. Не ждать суда и тем более не ждать сноса. А бывают случаи разные. Бывают люди и собственники дотянут до того момента, когда их собственность уже сносят. Собственно говоря, уже изымают, и постфактум они доказывают свою какую-то правоту. Соответственно, уехали на 3 месяца в Грецию, да, вернулись. Да, 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 на 3 месяца. Бывает на неделю, бывает, ну, как бы, все же люди, администрация тоже следит за какими-то объектами. И как только вас там нету, дом почему-то сгорает. Собственно говоря, ну, он не сгорает, его просто, может быть, сносят даже бульдозером. Ясно. Давайте продолжим. Итак, выкуп земельных участков и домов. Сделали паузу. Форс-мажорные ситуации. То есть иногда бывает, что имущество сгорает, иногда бывает, как я говорил, уже и бульдозером сносят. В этом случае, конечно, предостеречь стоит тех собственников, которые некоторые уведомления уже получили, которые каким-то образом оповещены о том, что как бы вот их участки или их имущество находится в некой зоне риска. Таким людям мы рекомендуем заранее обратиться в экспертную организацию или к оценщикам независимым, которые бы провели инвентаризацию, зафиксировали бы фото иллюстрациями этот объект, там сколько. И спокойно выезжайте в свою Грецию. И да? Спокойно, да, вот есть как бы вот работа, которая зафиксировала все. И сделала это на основе, естественно, зарегистрированных уже сделок или построек и прочее, прочее. Итак. Смотрите, на самом деле администрация они прикрываются другими отчетами об оценке, которые подготавливаются другими такими же оценщиками, как и вы. Вполне что, вероятно. Ну не железно. Железно. Они не берут справку из БТИ, они делают отчеты об оценке у каких-нибудь карманных оценщиков. Итак, как поступать с этими оценщиками? Стоит ли на них жаловаться в саморегулируемой организации оценщиков? Безусловно, безусловно. Нужно, как говорится, звонить во все колокола, ведь речь идет уже о вашем имуществе. Нужно и жаловаться, и обращаться в саморегулируемую организацию. Каким образом? Но это надо делать, я так думаю, одновременно. Делаешь одновременно оценку, конечно, и пишешь конечно, жалобу конечно. По результатам оценки жалобу там, в российского общества оценщика. Видите, можно всегда подвергнуть сомнению любую работу оценщика, изучить отчет об оценке, собственно говоря, заказать документ, который называется рецензия. То есть его можно точно так же у нас заказать. Мы посмотрим на соответствие законам и выполнением их в этой работе. И сделаем вывод или напишем рекомендацию к определению стоимости уже по практике. По практике нет такого отчета об оценке, до которого нельзя было бы доколупаться, назовем это так. Ну, в принципе, да. По поэтому, фиктивным признакам, я думаю, да. По формальным признакам. Ну, я так думаю, после того, как мы сделали рецензию, с этой рецензией надо направлять все материалы в саморегулируемую организацию. В принципе, это поможет при последующем рассмотрении дела в суде. Конечно. Итак, следующий вопросик, опять очередной вопросик. Насколько занижают оценку земельного участка и частного дома? Я не знаю, вот сложно сказать, тенденции какой-то нет. Я же говорю, как в несколько раз, это как минимум, а то и в десятки раз. То есть речь, ну, это колоссальное занижение стоимости, колоссальное. У меня все. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго.